Здравствуйте, пастор. Я на служении. Послушать вашу проповедь. Здравствуй, здравствуй. А ты привит? Да, нет, пастор, я не привитый. Я слышал, что прививки от дьявола. Я здоровый. Да. Да, я вижу, ты Слова Божьего не соблюдаешь. Я? А кто же еще? Разве ты не читал, что написал Павел в письме к римлянам в 11 главе, а? А я не помню, пастор. Не помнишь? Так, я тебе напомню. 16-17 строка. Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветвь. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их, а? Стал общником корня и сока масленицы. А? Я не знал, пастор, что там написано. Смотри, что написано в 19 строке. Скажешь, ветви отломились, чтобы нам привиться. Почему ветви отломились? Чтобы ты привился, я привитый. И все привитые. Да, я, пастор, не знал, что там написано. Я не знал. На то я и пастор, чтобы за вами овцами присматривал. Да, пастор, вы очень хороший пастор. Вы умеете нас, овец, спасти. Да. Ты еще здесь? Непривитая овца! Не слышал, что Павел сказал? Чтобы мне привиться, чтобы тебе привиться, бегом прививаться! Чу, чу, пошу, пошу.